Всем привет! Вы на канале Девочки и Куколки, с вами Марина. Сегодня я вам хочу показать, как связать шапочку-тыковка для девочки и для куколки. Из одного моточка я связала две шапки, у меня даже немножко еще осталось. Смотрите, какая она получается по длине. Это у нас отворот. Я сделала такой вот фабричный шов. Конечно, в своем видео я покажу, как я его делала. И точно такая же шапочка у куколки. Тоже отворотик. Кому интересно, оставайтесь со мной, я все-все покажу. Шапочку я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold Classic. На этикетке есть такая информация, я вам ее перепечатала, чтобы было видно. 49% шерсти, 51% акрил. Color, это значит цвет, 161. Лот, такие цифры. И моточки 240 метров. Моток объемный. Пряжа очень мягкая. Нитка толстая. На шапочку нам хватит одного моточка. Связала образец на спицах 3,5. Вот у меня 5 спиц 3,5. И также есть спицы 3,5 40 сантиметров. Смотрите, как получается. На шапочку я буду набирать 91 петельку. 90 для резинки 1-1. И одну петельку для того, чтобы соединить круг. Как вязать лицевые и изнаночные петли, я сделала мастер-класс. Как набирать петли, тоже есть мастер-класс. Поэтому набираем 91 петельку и вяжем резинкой по кругу. Шапочку я вяжу на 5 спицах. Высота 19 сантиметров с отворотиком. Отворотик я сделала вот с таким загибом, с фиксированным. Я вам покажу, как я его делала. На маленькой шапочке покажу. А сейчас будем закрывать макушку. Что важно для того, чтобы красиво закрыть макушку? Лицевую петельку мы провязываем, а изнаночную вот так переворачиваем и провязываем 2 вместе. Опять изнаночную переворачиваем и провязываем 2 вместе. Мы вяжем весь ряд. Самое главное, что вот эту изнаночную надо вот так перевернуть, чтобы обе петельки смотрели в одну сторону, и провязать 2 вместе. Провязали один ряд, теперь у нас все лицевые, и опять будем 2 вместе. 2 лицевые вот так поддеваем, чтобы красивой была макушка. И закрываем петли. Вяжем целый ряд 2 вместе. После 2 рядов убавления у меня на спицах 20 петель. Вот на 3 спицах. Я отрезала нитку, вставила ее в иголку. Такая золотая иголка, это шутка, конечно. И будем стягивать макушку. Для этого спица и иголка. Одеваю петли на иголку. Протягиваю. И еще одеваю.
Можно еще по кругу здесь пройти. Все петельки еще раз собрать. И я покажу, как красиво спрятать ниточку. Нам надо каждую петельку иголочкой пройти. В обратную сторону делаем. Теперь можно сделать узелок и обрезать. И ниточка никуда не денется. Такая шапочка получилась. Я ее сфотографирую и постираю. А потом покажу до стирки и после стирки, чтобы сравнить, как меняется наш. Из остатка мотка я хочу связать шапку кукле. Я набрала на шапочку 45 петель. Перейду сейчас вот на такие спицы для этого. Сначала, значит, я набираю петли на таких вот спицах. Одна петелька по рисунку у нас лишняя. Что мы делаем? Мы одеваем ее вот на эту спицу. Теперь поддеваем первую петельку, протягиваем и снова одеваем на спицу. Мы убавили одну петельку и этим замкнули круг. Вяжем по рисунку. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. Я свяжу несколько рядочков и покажу, как я делаю красивый отворот. Связали отворот и резиночкой 1-1. И я хочу показать, как сделать красиво, чтобы отворотик был фиксированный и лежал ровненько. Лицевую мы провязываем, а изнаночную снимаем и оставляем нить за петелькой. Лицевую мы провязываем, изнаночную так снимаем, нить за петлей. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. Вяжем весь ряд. Для взрослой шапочки, может быть, понадобится так связать 3 ряда. Мы будем вязать 2. Изнаночную снимаем. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить. Вот она у нас. Лицевую провязываем. Точно так же провязываем второй ряд. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить осталась вот. Лицевую провязываем и так до конца. И следующий ряд вяжем, как мы привыкли, просто лицевая и изнаночная. Вот такой красивый отворот, это будет по лицевой. Вяжем обыкновенным. Так у нас получилось. Это будет отворотик. Он будет фиксированный. Теперь вяжем просто лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вяжем шапочку до конца. Закрываем макушку, как на взрослой шапочке. Делаем длину, какую нам хочется.
Шапочку я довязала, получилась вот такая красивая макушка-тыковка. Нашла вот такое пальтишко, чтобы померить с шапкой. Вроде даже хорошо получается. Для девочки шапочка и для куколки из одного моточка. И еще осталось. Всем желаю удачного творчества и связать шапочки девочкам и куколкам.